сам удар, да, то вы заметите, что к концу у вас игрок будет стоять, например, вот так вот. И очень важно, чтобы этого не было, то есть это важная часть тренировки, ну, составных таких отдельных частей. Есть люди, у которых сразу все получается, если можно показать, вот бей вот так вот, да, и особенно не надо рассказывать о составляющей, но для тех, у кого такой аналитический подход, склад ума, мне кажется, одна из частей очень важна, это вот сам конечный удар. Игрок нет, это значит, что у вас не плотный контакт с ручкой, то, что вот так, на десятый раз. То есть получается, что ты все время как бы давишь, прижимаешь к себе. Продавление на ручку. Ну, вот этот контакт. Продавление на ручку. Ну, во-первых, должен быть хороший, комфортный, липкий грипп. Без этого никак. Тут уже должны начинают действовать какие-то личные особенности, у кого-то там, руки более мокрые во время игры. То есть надо подобрать такой грипп, чтобы ноту гриб.